Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий. И, наверное, то чувство, когда просто забил на БГ, потому что лень что-то выдумывать, лень что-то там придумывать. Вот на сегодня вся битва гильдий заключается вот в одном герое. Есть у тебя бард, и тебе можно не париться. То есть ставишь, собираешь бардика на сборку, ставишь ему супер питомца. Где ты? Ставишь ему супер питомца. Вот такая вот обычная сборка. Да, на нее надо потратиться. Да, этот донатный герой, ну, он стоит уже по сути копейки по сравнению с тем, как мы его собирали. Вот такие вот у него статки, 11 тысяч уклонения. То есть особо там мега чего-то вау нету. Вариант вполне обычной сборки. Ну, единственное, что здесь вот это вот истинная вера основа, что есть. Остальное все ребята могут сами собрать. Так, один и один. 700, что-то даже сегодня противники. И как и мое настроение на битву гильдий. Поехали. Что у нас здесь есть интересного? Космофоба. О май гад, прям все такие жесткие, я вам скажу. Вот нападем, наверное, через Зефира попробуем. 462к урон. Неплохо, я вам скажу. По ратуше отцепа. То есть, по сути, если он ратушу сносит с двух тычек, то все остальные здания он должен сносить с одного удара. Ну, у вас там, я не знаю, сколько там у нас сейчас построек. Максимально я что-то не считал, но в районе 50. Ну, судя по Минотавру, как он бьет, то есть это так. Каждый заход 5 построек ушатывает. То есть за 10 заходиков 50 секунд. И ваши, ну не 50, 50 секунд, это я, конечно, загнул. Немножко больше, вот минута уже идет. И сколько у нас там построек остается всем. А, не, все-таки видите, по некоторым постройкам он не пьет. Да, там где скины хорошие, все-таки пару заходов надо. Ну ладно, 1,5 минуты на любую базу. То есть вы выпустили себе и ушли. И пофиг, какие там прокачки у героев. Я думаю, мы сейчас встретим еще посерьезнее противников. Ну вот вся битва гильдии. Какой бы там ни был деф, что бы они там ни делали, ни ставили, один герой просто решает полностью все. Почти. Чуть-чуть не угадал. Ну, сейчас как раз 1,5 минуты. Давай. 1,5 минуты на расстановку. Сделал одного героя. Не надо Ронины. Там тоже здесь бард. Ну, здесь что-то противники у нас сегодня. Какие-то печальные. Это один герой, можно еще кучу всего выставить. Ну, в общем, как-то вот так вот. Без битвы гильдий на сегодня, ну, не то чтобы не актуальна, она вообще, ну, бессмысленна уже во всех планах, потому что у многих есть барды, и особенно на серваках, где это все доступно. Ну, и на русском сервере, в принципе, тоже все доступно. Так, тут 800 у нас. Может, здесь какой-то хороший противник. О, здесь лис есть. Супер жестко все, ребят. Вот знаете, вот лис, который там мега супер герой, вроде, казалось бы, там заморозки, все дела. Смотрите, ну, даже не знаю, но здесь нет воодушевления у героев. Хотя нет, есть. Зефир нас бьет. Но как можно вот выпускать талант и его не протестировать, ну, не посмотреть кулдауны? Вот вообще можно как выпускать таланты, не зная кулдауны героев и не тестируя этот талант на сборке героев? Ну вот я не понимаю. Итог, 1,5 минуты любая база. Ну здесь нету ладушек.
Да, эта база проходится, наверное, другими героями налегке, но это писец. То есть, по сути, атака фортов, они так ничего и не сделали, они не сделали ни поражения. Вообще не понимаю, что они делают от обновы до обновы. Наверное, максимум это пилят новые итемы, новые донатные героев, новые донатные акции. Все. То есть это максимум, что они могут сделать. Но не, еще делают новые локации, которые просто, ну, бредовые, как по мне. Ничего, никакого не развития, ни хрена нет. Итог, вот вам. Какой нафиг лист? Ну, о чем? Это ни о чем вообще. Вот, что он может сделать? А еще, если у нас будет усиление питомцев, еще добавят скилл, это будет еще круче. Он просто стоит, ему просто насрать на все. Выбиваете истинную веру, ставите ему, ставите какую-то эмблему и не паритесь. 2 минуты. Там, где лис есть заморозка. Две целых, ребята, 2 минуты мы убивали одним суперпэтом. О, неплохо. Зефир. Землеройка. Бард. Этот. И кто там у нас еще? И лис даже есть. Да ты что? Давайте нападем через... Ну, хотя бы здесь без разницы. Давайте нападем через тех, кто нас будет еще дополнительно дамажить. Попробуем отсюда зайти. Может, эти ушатают, кто его знает. Что в итоге мы имеем? Просто, вот, просто сидишь, смотришь. Супергерой. Вот я не знаю. Почему нельзя в обновлении просто убрать этот талант нафиг, сказать, что вот признать, что да, мы завтыкали, там он имбалансный, и просто его убрать. Сказать, извините, дать там, я не знаю, каждому там по 2, по 3 коробки нового таланта, если они его выпустят. Если не выпустят, дать там какие-то призы, я не знаю каким образом, но просто либо замену какую-то сделать, ну убрать его, либо его пофиксить. Я согласен, чтобы у меня слили этот талант. Ну, то есть он не работал там, либо пофиксен был, поменять его вообще описание, умение. Потому что, ну, либо фиксить героев, таких как Барт. Ну, наверное, скорее всего, лучше этот талант пофиксить, нежели Барта. Он и так, в принципе, имбалансный, но талант это просто жесть на нем. То есть я считаю, что надо фиксить талант, просто менять его умение, менять то, что он делает, я не знаю, полностью переделывать. Потому, ну, это бред. 6 героев, которые с воодушками, они его даже не пробивают. Ну, куда? 700, 800, 780, 500. Что-то противники сегодня прям мега вау. Чувство, когда твой Бигфут круче Зефира. Ничего себе, дерево проседает. Бедное дерево получает за всех.
То есть тут без разницы. Я не знаю, максимум, где я видел, что у меня этого героя убивают, это за пределы. Все. Это единственный вариант, где у меня слили барда. Больше вариантов просто нет. Какие бы там точности ни стояли, что бы там на героях не было, игроки с Custom Clash слить его не могут. Это было проверено на атаке фортов. Ну, ничего они не могут сделать. А вот единственное, это там, где усиление, где зефиры бьют по 600, по 700к, я не знаю, каким там смотрители. Это единственный вариант, где он слился. Все. Больше, ну, просто вариантов, ну, никаких нет. Какая бы там расстановка ни стояла, какой бы там топ ни был. Вот. Топовый донатный противник, Воодушка, Зефир, Лис. Чего только стоит Зефир и Лис. Ну вот это вот. Это бред. Посмотрите. Мне интересно, за сколько мы его базу разберем. Ну, если 30%, в принципе. Думаю, очень быстро. Вот поэтому. Спасибо, IGG. Ждем обновление очередное. Особенно такое, как было в конце 2019, где половину инфы просто от нас скроили. По сути, кроме локации, которая тоже не интересна, не актуальна, одно и то же, ни хрена в игру не добавили. Вот и все. А, не, ну, титулы добавили. Титулы, которые сделали еще больше разницу между донатами и без донатами. То есть вот любая база разбирается за 2 минуты. Какие бы там у него прокачки ни стояли, что бы он ни делал, этого героя бить нельзя. Ну, кстати, как видите, если по титулу нападать на такого же плюс-минус, то все-таки цеп послабее бьет, наверное, из-за титула. Почти 2.5 минуты. Это серьезно. Даже не почти, а так оно и будет. 2.5 минуты на топ-10 противника. Да, ребята, вот такие вот дела. И ничего, к сожалению, мы тут не сделаем. Фрей, Зефиры, Фрэнки. Все до одного места. Топ-11. Фрэнк бьет, Зефир бьет. А нам все пофиг. Просто пофиг. Тут так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.